Дякую, що залишаєтеся на цьому каналі. Ви дивитесь Live Studio. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Талібан взяв під контроль практично увесь Афганістан. Що зараз відбувається у цій країні, будемо розбиратися в найближчі півгодини разом з нашими гостями. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Вітаю вас, пане Добрий Олександр. Вечір. Дякую, що завітали. Журналіст Максим Войтенко, вітаю вас. Добрий Також вечір. Також вам дякую за те, що завітали. Традиційно долучатися до ефіру можуть глядачі. Ви бачите телефони, за якими можна дзвонити, тому чекаємо ваших дзвінків і думок стосовно того, що відбувається в Афганістані. Можливо, навіть у вас там є близькі люди, які і досі залишаються в цій країні. Тому дзвоніть, будемо раді вас чути. Отож, дивіться, за 3.5 місяці Талібан практично захопив увесь Афганістан. Хоча ще на початку липня президент Сполучених Штатів Джо Байден говорив про те, що мало ймовірно, коли американські військові залишать територію Афганістану, що Талібан захопить цю країну. Утім, сталося абсолютно навпаки. А в чому ж тут, пане Олександре, на вашу думку, прорахунок, передусім, Джо Байдена? Ну, просчет в данном случае не непосредственно президента Соединенных Штатов Америки, поскольку не президент такие расчеты делает. Президент просто заявляет. Он сказал, потому что ему дали непосредственно такой спич, который он должен был произнести. Кто его предоставляет? Администрация президента. Это наши питати будут с Байденом. Ну, а кто ж виноват, действительно? Откуда, собственно, администрация президента черпает такую информацию? Вот службы разведки, соответственно, и всех прочих органов, которые занимаются подобного рода аналитикой. Хотя на сегодняшний день уже возникает в самом американском сообществе, разведсообществе, скажем так, бурление относительно того, что на самом деле совершенно другие данные предоставлялись администрации президента, а именно о повышающейся угрозе Талибана и невозможности афганской национальной армии противостоять этому напору. Но просчет на самом деле, я считаю, куда более серьезный, как таковой. А именно это тот же самый просчет, который в свое время сделала Великобритания, тот же самый просчет, который сделал Советский Союз, ну и Соединенные Штаты, когда они вышли в Афганистан, и помимо присутствия своих вооруженных сил, стали вкладывать серьезные ресурсы еще и непосредственно в афганскую армию. Афганскую армию, которая никогда не славилась своей боеспособностью, своим духом, своим моральным уровнем, своей выучкой, тренировками и тому подобное. Серьезные капитальные вложения. А сколько грошей было вкладано за цей час? 2000 якого? Ну, официально озвучивается цифра, более 80 миллиардов долларов было вложено в армию. Это помимо тренировок, еще и поставка оружия, техники и тому подобного. Вертолетной техники, бронеавтомобили, т.д. и т.п. Колоссальные, на самом деле, вложения, но это вложения ошибочные. О чем же я говорю? Это практически любая страна, присутствующая там в виде иностранного контингента, допускала такую ошибку. Потому что афганская армия, на самом деле, никогда не то, что не умела, она не хотела воевать как таковая. 300 тысяч человек, когда подходишь к вопросу о том, на что способна группировка в 300 тысяч человек, то, безусловно, ты ее оцениваешь именно с позиции, ну, как минимум, своих вооруженных сил. А как максимум проводишь анализ вообще региональных возможностей, регионального менталитета и так далее, прочих моментов. А так вот, 300 тысяч человек — это достаточно серьезная военная группировка, которая может удерживать основные города, скажем так, столицы, областные столицы, грубо говоря, достаточно продолжительное время. Особенно против врага не настолько укомплектованного, как талибы. Но вот как раз проблема в том, что если афганская армия не хочет воевать и не намерена была воевать, то вот талибы как раз, для них война — это смысл жизни. И в этом вся и разница. Разница морального духа, мотивации и тому подобное. Ну и плюс еще очень важный момент, который не учитывали на протяжении всех этих столетий все присутствующие в Афганистане, скажем так, иностранные туристы, назовем их так. Этот важный момент заключается в том, что Афганистан — это страна, в котором существует конфликт, утрированно если, села и города. Отсутствие интеграции сельских жителей села в город и городских жителей в село. И вот это отсутствие вот этой интеграции, совершенно разные взгляды и мировоззрения, при том, что это еще и многонациональная
страна со своими, скажем так, тоже со своим менталитетом у практически каждого этнического и национального, национальной этнической группы, то это очень токсичная солянка, в которую лучше не ввязываться в принципе как таковую. Навязываться в жодні з країн? Ви про це кажете? Ви розумієте, от Талібан, він ярко показав, що неважно на самом деле, хто є на сьогоднішній день у знаходящегося в Кабулі правительства покровителем, а будь то Советский Союз, будь то британцы, будь то Соединенные Штаты Америки. Но все равно вот этот вот менталитет села, он преобладает при менталитетом города. И когда сталкивается что советское правительство, что американское правительство с проблематикой, что все деньги уходят в сухую землю, как вода в сухую землю, и никакой отдачи нет, а идут жертвы как среди твоих вооруженных сил, так и потери финансовые, которые никаким коэффициентом полезного действия тебе не оборачиваются, то оттуда лучше уходить. И каждый раз, когда и уходят, происходит что? Смена правительства, которое ввергает страну в то состояние, в которое оно было вообще до момента встречи с цивилизованным миром. Пане Максиме, те, що сталося в Афганістані, чи може сказати, що це такий ляпас? Взагалі Заходу з Сполученим Штатом Америки, які хотіли, ну як вони заявляли, розбудовувати сучасну країну Афганістан? Так, раз хотів сказати по цьому поводу. Єдине, вначале чуть поправлю Олександра по поводу афганської армії. Режим Наджибулы продержався більше 3 років. Тобто совєтська армія ушла в 1989 год, февраль. Кабул, насколько я помню, пал во второй половине марта 1992 года и впал, в принципе, по банальной причине, потому что американцы нажали на Козырева, Козырев пошел к воякам, Ельцин это одобрил, и в результате снабжение афганской армии прекратилось. После этого она была обречена, режим Наджибулы. По поводу ляпа, я вот как раз об этом, так сказать, на медне накануне писал. Ситуация в Афганистане очень хорошо показала следующее. Не стоит заниматься прогрессорством. Вот у нас есть два таких гения, Стругацкие. Они в свое время там вывели такие прогрессоры. То есть люди, которые прилетают из 30-го, там, 35-го, 45-го века на какую-то планету, там, Арканар, еще какую-то. Вот там обитаемый остров все смотрели. И пытаются там понемногу, или революционным способом изменить порядки, чтобы данная планета, данный мир проскочила общественную формацию. Условно говоря, сразу из феодализма людей вытащить или в капитализм, или в какой-то прекрасный коммунизм будущего. Это не получается. То есть вот зашел Советский Союз, да, там до него, ну, англичане не буду учитывать, я сомневаюсь, что они там, честно говоря, пытались как-то там сильно цивилизовать афганцы, времена были немного другие, бремя белого человека, все такое. Советский Союз пытался, ну вот вышел, видим, чем закончилось. Сейчас пытались американцы, тоже так себе закончилось. Причем, что мне вот знакомый скинул на днях ссылочку, в принципе, американцы в Афганистане не только воевали. Была программа Provincial, что-то там. В общем, вкладывались достаточно хорошие деньги в строительство школ, инфраструктурных объектов. Это у вас питание, навещу, что было Америка? Смотрите, из прагматических соображений, там говорят, какие-то там нефтепроводы, газопроводы должны были пройти. Во-первых, не знаю, насколько это правда. Во-вторых, у США в рамках их мессианских идей есть идея, вот мы не насаждаем, мы приносим демократию. Вот самый классический пример, я сейчас уже не вспомню навскидку, была достаточно популярная в западных медиа девушка-летчик. У нее была с детства там мечта стать летчиком. Она действительно стала военным летчиком, летчиком военно-транспортной авиации Афганистана. Она стала там на некоторое время иконой для западных феминисток. То есть девушка в Афганистане стала военным летчиком. Закончив все достаточно прозаично, где-то в 16 или 17 году ей просто пришлось из Афганистана бежать, ее семья бежала, то есть еще до прихода талибов. То есть были какие-то идеи, что там можно принести демократию, там можно принести что там, еще какие-то идеи феминизма, еще что-либо. Вот мы придем в это общество, мы принесем эти идеи, после этого оно будет жить замечательно, то есть оно перенесется через пару, условно говоря, эпох из Средневековья, перенесется в 20-21 век. Давайте тут мы сделаем паузу, вы знаете, что еще не все украинцы залишили территорию Афганистана, и вот сейчас с нами телефоном Валерия Ибрагимова, это дружина человека, который не может вылететь из Афганистана. Пані Валерія, мы вас вітаємо. Добрый вечер. Дякую, що долучились до ефіру, дякую, що погодилися зв'язатися з нами. Розкажіть, коли востаннє ви спілкувалися зі своїм чоловіком і що він розповідає про ситуацію в Афганістані?
Ну, пока что на данный момент связь с ним есть. То есть пока что проблем со связью нет. Мы общались где-то буквально час назад. На данный момент он и еще, если говорить о гражданах Украины, еще 11 граждан Украины находятся в городе Кабул. Они заблокированы на базе, внутри базы. Они не могут покинуть пределы базы, и не могут добраться до аэропорта и улететь домой. Мы звонили в МИД, звонили в консульство Украины, везде молчок, везде играет у нас успокаивающая музыка минут 5-6, пока просто не психуешь и не бросаешь это дело. И никто не отвечает ни на письма, ни на звонки, пока уже не сделали депутатский запрос. Спасибо большое Николаю Леонидовичу Скорику, я к нему обратилась. И он сделал депутатский запрос уже, и пошло какое-то маломальское шевеление по этому вопросу. С ними связался наш МИД с ребятами там на базе, то есть хотя бы они о них знают. Как они будут их оттуда забирать, я себе представления не имею, если честно, потому что если вчера еще, допустим, их можно было вывезти оттуда машинами, то сегодня уже это нереально сделать, так как база уже окружена талибами, и вот мой муж и остальные, те, кто находится на базе, скорее всего, что они просто, ну, сейчас в заложниках. Здається, чи розповідає вам чоловік, чи дійсно на сьогоднішній момент, на даний момент, небезпечно знаходитись у Кабулі? Ще вчора він, тобто, передвигався по Кабулу, сьогодні він знаходиться заблокірованим внутрі і... То есть он доступа к внешнему миру, грубо говоря, не имеет, поэтому по этому поводу он мне ничего не говорил. Им вчера отправили транспорт, это было уже вечером, для эвакуации якобы. Им отправили 7 машин, 3 из этих 7 машин пропали по дороге вместе с водителями. Водители, и это были местные жители, насколько мне известно, со слов мужа. Ми всі бачили і бачимо ось ці страшні кадри, які, що відбувалося на литовищі в Кабулі. Скажіть, щось про це розповідав вам? К сожалению, нет. То есть мы на эту тему не разговаривали. Как бы единственное, что он мне сказал, вот сегодня утром он вышел со мной на связь и сказал, что вот талибы зашли на их базу, как бы, и пока что все проходит мирно, то есть они пришли их разоружать. Ну, пока что все проходит мирно, то есть без крови, без резни, но тем не менее они окружили базу, как бы, и то есть ребята находятся просто там заблокированы и не могут выбраться, ну, вообще никак оттуда. Тобто наразі я так розумію, що сподівання лише на окремих народних депутатів України, тому що консульство, я так розумію, що поки що мовчить, так? Молчало і консульство, і МІД молчав. Ми писали, ми і його сестра, ми писали, ми дзвонили, у нас є скріншоти всіх електронних писем, які ми відправляли, є скріншоти дзвінків. Але діло в тому, що по цим скріншотам видно, як би, що йде то есть разговор, но на самом деле, чтобы вы понимали, вот эти 5 минут, которые там указываются, это играет, вот музыка играет вам, Шопен или кто-нибудь подобный. Я вам дуже дякую, спасибі, що долучились до нашого ефіру. Тримайте 7 канал в курсі, що відбувається. Ну, ми бажаємо, аби вас чоловік повернувся якомога швидше. Це була Валерія Ібрагімова, дружина чоловіка, який наразі не може вилетіти з Афганістану. Ось панове, щойно ми почули розповідь Валерії, як ви можете прокоментувати? Я могу только посочувствовать девушке, конечно, и пожелать ей, чтобы она крепилась, набиралась силы духа, и чтобы муж вернулся из Афганистана, конечно же, домой, в семью. Но тут следует еще отметить один очень важный момент, а именно непосредственное наступление талибов и достаточно стремительное наступление талибов происходит не первый день и даже не неделю. Вот. Можно было предвидеть тот факт, что по мере того, как каждая столица каждого региона последовательно падала и захватывалась талибами, афганская армия только тем и занималась, что отступала либо к столице страны, либо в соседние страны, на территорию соседних стран, в частности в Иран, Узбекистан и так далее. Можно было предвидеть такую ситуацию, и в настолько критических ситуациях необходимо покидать те страны, в которых вам
Правительства этих стран не может гарантировать безопасность. А как мы можем видеть, правительство Афганистана никому не может, даже своим собственным гражданам, гарантировать безопасность. Можливо, до кінця сподівалося, що ситуація стабілізується, я не знаю. Опять же, это нужно понимать менталитет этих людей. А в Афганистане никто ни за что не отвечает. Талибы дали обещание не обстреливать аэропорт в Кабуле. Вчера, в тот же вечер, они произвели обстрел, скажем так, предупредительный. Абдул-Рашид Дустум, маршал афганской армии, обещал до последнего стоять в Мазари-Шариф. А после своего обещания на вторые сутки он бежал в Узбекистан. Причем оставил своих офицеров и свою охрану на границе с Узбекистаном. Все. И им пришлось сдаваться талибам. То же самое касательно и президента Афганистана, Афраша Гани. Где он сейчас находится? За пределами страны. После того, как он обещал привселюдно, я не покину Кабул. Но він пояснює тим, щоб не відбулося кровопролиття. Ой, не обошлось бы без кровопролития. Вы понимаете, сейчас, после того, как закончится этот гуманитарный кризис, в самом Кабуле, с эвакуацией, начнется следующий период. Талибан займется в первую очередь устранением всех неугодных. И это кровопролитие в любом случае будет. Что от правительства, заканчивая даже банально, вот как бы это ни прозвучало дико, но это будет, профессора, учителя, поджог университета. Я не удивлюсь, если будут взрывы университетов, уничтожение каких-то памятников исторических, достопримечательностей. Вот таким чином может отбываться, за вашими словами, ликвидация неугодных? Что, я прошу прощения? Як може відбуватися ця ліквідація російської мови неугодних? Самими різними способами, от, к примеру, закидуванням камней, согласно розпорядженню суда. Вот, предатель тех, в том или ином смысле, предатель Исламского Эмирата Афганистан, закидать камнями. Ось дивіться, як ви знаєте, українським літаком вивезли 79 осіб, зокрема 8 українців. Ну, ось тут питання, чому український літак вивозить більшу кількість не українців? Ну, я хочу сказать, что сейчас американские военно-транспортные самолеты тоже в большинстве своем загружены под завязку не американцами. А вот происходит эвакуация все-таки достаточно стихийно, и я бы даже сказал так, несколько в постапокалиптическом режиме. Поэтому то, кого удается вывозить, того и вывозят в первую очередь, понимаете? Если человек не смог добраться до самолета... Я хотелось бы, передусім, все ж таки, якомога більше... Забота о гражданах, да, я понимаю. Конечно, я понимаю в первую очередь. Но, опять же, нужно понимать, какая именно сложилась там ситуация. Почему человек не успел на борт этого самолета? Почему не успел на борт другого самолета? Я же еще раз говорю, там сейчас настолько творится невообразимый хаос, что с такой уверенностью говорить, почему то количество граждан Украины не попало на тот или иной борт, но я не буду за это браться, безусловно. Ну, звичайно, ты понимаешь, что у нас тут может быть своя точка зору, мы находимся у студії в Одесі, далеко від Афганістану, від Кабулу, що там відбувається. Звичайно, нам тут важко щось коментувати, пане Максиме. Знаєте, по поводу господина Ібрагімова, дай Бог, щоб він нормально вибрався в родной Болградський район або Болград, я вже точно не пам'ятаю. Я думаю, ситуація була такова. Тут все залежало не від нього. Понятно, что он не нашел, не на Vogue.ua объявление, там, давайте поедете в Афганистан, и поехал там себе, условно говоря, что-то делать. То есть у него был контракт с какой-то строительной компанией, с какой-то технической инженерной, и компания должна была организовать его эвакуацию. Плюс обычно в таких подобных контрактах очень четко прописано, что если вы срываетесь по своему решению до конца контракта, вы теряете там 30% зарплаты, 50% зарплаты, 80%. Но может быть форс-мажор в какой-то цели? Вот, во-первых. Во-вторых, возможно, он сам не мог внести свое имя в списки, то есть этим должна была заниматься компания, на которой он работал, европейская, американская, с кем-либо аффилированная. Вполне возможно, что там работали местные афганские сотрудники, и серии получилось, что получилось. Картины действительно нехорошие достаточно картины, честно говоря, даже переплюнули Сайгон 1975 года. Я вот сейчас смотрел это видео, расходится по интернету. Понятно, теперь
чего люди падали с самолета, потому что действительно вначале думал тюки, потом кто-то написал, может, из салона выкидывали. Ну, понятно, дверь никто не открывал на скорости в взлетающем самолете. За шасси травмалось. Нет. Они сели на крыло одновременно человек 10 и думали, что при крейсерской скорости 650 километров они как-то улетят. Ну, по-моему, у Геркулеса 650 километров. Вот есть, да, есть конспирологическая... Ну, власне, ми показуємо ці кадри в полі вікні. Давайте так, долучимо до нашого ефіру Абдулла Баяні, це голова афганської діаспори в Україні. Пане Абдулле, ми вас вітаємо, дякую, що долучилися до ефіру. Зараз я вас потеряв. Так, ми вас прекрасно чуємо, але ще б хотілося і бачити вас. Да? Зараз. Зараз, минуточку. Ще не бачимо. Будь ласка, шановні режисери, підкажіть, як правильно налаштувати камеру, щоб ми почули. Давайте, так, ви перенабираєте ще раз Абдулла Баяні, це голова афганської діаспори в Україні. Є чи ні? Чи будете перенабирати? Перенабирайте. Гаразд, за одну хвилину ми буквально почуємо. Так ось, пана Максима, про те, що ми бачили на литовищі в Кабулі. Да, это, честно говоря, сцены, которые опровергают, по-моему, конспирологическую теорию, вот распространялось, что американцы решили там сменить один режим на другой, со всеми договорились. Но, честно говоря, репутационный эффект от этих кадров, он слишком ужасен. И что еще хотел сказать по поводу как таковых талибов, я сомневаюсь, что они будут делать массовые публичные казни. В чем вопрос? Они сейчас стараются всячески легитимизироваться, показать, какие они пушистые, замечательные, берут под охрану периметры посольства. Во всяком случае, российский МИД сообщал, что его внешний периметр его посольства взят под охрану. Что им надо? Естественно, они не вот такие замечательные вообще, это террористическая организация, просто-напросто им надо свое место в ООН, им нужны налаженные дипломатические отношения и так далее, прецедентов куча. Самый известный из недавних времен, вот есть организация освобождения Палестины, которая была в свое время официально абсолютно отмороженной террористической группировкой во главе с Ясером Арафатом. Потом в конце 80-х у американцев подход к этому изменился, в результате ООП стала руководить организацией освобождения Палестины Палестиной, в 93-м, что ли, году Арафат вообще получает Нобелевскую премию и становится уважаемым человеком, а Палестина получает место в Генеральной Ассамблее ООН. И есть достаточно много террористических организаций, которые впоследствии или они стали руководить какими-либо странами, потому что политика великих держав или какой, может, одна сверхдержава была в то время изменилась, или выходцы из этих организаций, руководители, со-руководители стали премьерами, президентами, еще кем-либо. Відновився зв'язок у нас з головою афганської діаспори в Україні. Ми знову вас вітаємо. Дякую, що долучились. Добрий вечір. Так, вітаємо вас. Ну, хотілося почути саме з ваших вуст. Я думаю, ви знаєте більше ось від нас, які від людей, які знаходяться в студії, що зараз у ці секунди відбувається в Афганістані. Що ж таке, у нас знову пропадає зв'язок. Пропадає, от я появився. Ага, все, прекрасно, бачимо. Да. Добрий вечір всім. Ситуація дуже складна в країні. Коментувати теж преждевременно, але єдине можу сказати, що нинішня ситуація ніхто не ожидав. Страна, народ в розтерянності, не знає, що робити і завтра, що буде з ними. За считанные минуты страна потеряла свою армию, свою авиацию, которая была создана в течение 20 лет и с большими вложениями со стороны США. И вот, как говорится, при помощи такого предателя президента, который бросил страну при таком ситуации и уехал из страны, уничтожила вся армия и страна, которая имела в регионе сильную армию, и вот теперь ничего не имеет, разрушили все. И весь народ в растерянности, не знает, что делать дальше. Ну, ось дивіться, ви кажете, що афганська армія зазнала краху, її знищили. А ось у вас є відповідь, чому? Скільки грошей було вкладено з боку Америки? Американцы в течение 20 лет обучали нашу армию, вложили триллионы долларов.
И на самом деле подняли эту армию, и была сильная и мощная армия. И народ надеялись на эту армию, надеялись и были уверены, что защитит их от всяких нападений, тем более от группировки талибанов, которые их численность не больше, как говорят, что не больше 70 тысяч человек. И вот 370 численность армии не смог бороться против них, потому что предали армию. Было предательство. Это предательство при помощи президента, который уезжал из страны. Позорно. Ось дивіться, у цій студії була така думка, ось чому афганська армія зазнала краху, тому що Талібан хоче воювати, а афганська армія ні. Талібан хотіли воювати, афганському армії сказано було, щоб вони брали позицію захисту. Но народний бунт почався. Народний бунт воювали з талібанами, були сильніші. И при этом они завоевали очень многие районы, многие территории. И за спиной они получили удары. И поэтому народный бунт не смог дальше двигаться. Поэтому наши маршалы, генералы, командующие, которые имели очень большие опыты, они не смогли дальше воевать против Талибана. Що буде далі? Чи можемо ми стати свідками те, що на вулицях Афганістану буде відбуватися самосуд над тими, хто не згодний з владою Талібану? Далі ніхто не знає. Просто люди в ужасі, тому що Талібан були один раз при власті. Страшно було при них жити в країні, не було роботи. Страдали люди во многом. И теперь они в ожидании, они не знают, что делать. Кто знает, убегает со страны, а кто остается, все молча сидят, не выходят из дома, несмотря что Талибан обещает, но это все знают, что это обман. И я думаю, что начнутся у них расправы с людьми. Я так розумію, що на даний момент ось жителям Афганістану, які хочуть залишити країну, це вкрай важко зробити. Ми бачили всі, які страшні події відбувалися на литовищі в Кабулі. Да, да, це на самом деле так є. Ми все це замечаємо. Ну, чекаємо далі, що буде. Я на зв'язі з многими моїми знайомими, які працювали в бывшем правительстве, они все в растерянности, они не знают. Но я думаю, что это только начало. Я думаю, это только начало, потому что люди хотят, не хотят жить под ихними законами, потому что у них очень строгие законы. И люди в ожидании. Так, безумовно, тут певно, що тільки те залишається, що очікувати, але на вашу точку зору, ось, можливо, якісь країни зараз мають втрутитися у цю ситуацію? І якщо так, то якими можуть бути наслідки? З моєї точки зору, чесно говорять, що зараз ситуація, яка відбувається, навіть ніхто нічого не зміг сказати, і я навіть не зможу нічого сказати. Ждемо далі, що буде далі. Ось коли ще одне таке питання, коли американська армія йшла з Афганістану, вже тоді у вас особисто не було таких ось побоювань, що все це може закінчитися тим, що Талібан захопить владу? Якщо можна по-русски цей вопрос чуть-чуть. Когда ушла американская. Да, когда ушла американская армия, у вас были волнения, то, что Талибан может захватить власть? Естественно, были волнения не настолько, то, что сейчас все видели этого. Но люди надеялись на армию, надеялись на войска, надеялись на себя, что они сильнее, чем этих талибанов. Не ожидали этого. И естественно, что Америка тоже обещала, что поможет в любой ситуации, не оставит афганского народа в таком беде. Но все получилось наоборот.
Все получилось наоборот. Если бы армия бы стояла на своих ногах, если бы не обманывали, защищала бы армия, страна бы стояла, защищала свой суверенитет. А в том, что произошло, Афганистан возлагает часть вины на Америку и, в частности, Джо Байдена? Ну, дело в том, что это я не могу пока рано сказать, комментировать этот вопрос, но в основном афганцы обвиняют своего президента, который предал их. Преступным путем их предал в течение этих годов, которые он управлял страной. Много чего обещал людям, что их не оставят в беде, но это он не сделал. И в течение в этом периода очень много ничего хорошего люди не видели, и в конце концов убежал, всех оставили. Огромное спасибо за то, что вы вышли с нами на связь. Я думаю, еще не один раз будем общаться в эфире 7-го телеканала. Спасибо. Я нагадаю, що з нами був відеозв'язком голова афганської діаспори в Україні Абдул Баяні. Ну, власне, від нього ось ми їх почули. Все ж таки, більша відповідальність вони покладаються на президента, який втік з країни. Ну, безусловно, есть определенная ответственность на президенте страны, который не занимался тем, что... Но мне кажется, что есть певна образа все-таки на американцев. А в чем они виноваты? Вот просто такой вопрос, банально. В чем виноваты в данном случае Соединенные Штаты? Вкладали гроши, да. Обещали, не знаю, сучасную, развитую страну Афганистан. Инвестировали деньги, поднимали. Это действительно, это все правда. Но вот возникает вопрос, а сколько там должны были присутствовать Соединенные Штаты? И не просто, хочу заметить, Соединенные Штаты. Все сейчас говорят США. Это, между прочим, была коалиция, объединенная группировка. Там были представители Германии, там были вооруженные силы Великобритании, Турции, даже Азербайджана. Это была объединенная коалиция, которая помогала поддерживать вот тот режим, который существовал в Афганистане. Вопрос, сколько лет еще она должна была там находиться, эта группировка? 10, 20, 30, 100? Я хочу вам сказать, даже если бы Соединенные Штаты ушли из Афганистана через 100 лет, все произошло ровным счетом точно так же. Абсолютно, без каких-либо изменений. Пытание часа, так? Безусловно. Проблема Афганистана заключается в том, что Афганистан должен меняться самостоятельно, без внешних каких-либо стимулов, которые, ну, ровным счетом, то, как я и сказал, вода в сухую землю, она уходит и ничего не дает взамен, вот и все. А к тому же не забываем, что в последние годы и усилилась поддержка Талибана со стороны Российской Федерации. Это можно было заметить еще в 2015 году, когда представитель Российской Федерации по Афганистану Замир Кабулов впервые произнес такую идею о том, чтобы снять санкции с Талибана и признать его. А в дальнейшем более серьезные действия стали происходить. Российская Федерация стала направлять финансирование в Талибан, через границу Таджикистана переправлять талибам оружие, боеприпасы, о чем в 2018 году сказал командующий силами, заявил командующий силами Соединенных Штатов в Афганистане Джон Николсон в интервью BBC. Вот. Он четко озвучил непосредственно те схемы, те трафики, которыми переправляются оружие и боеприпасы. Но против этого ничего не было сделано именно на международном уровне. А Российская Федерация, увидев такую пассивность, лишь усилила свои попытки легитимизировать Талибан. Стали приглашать в Москву на официальном уровне запрещенную у себя же в Российской Федерации организацию, причем которая считается в ряде стран мира террористической. Ну, идея Российской Федерации ніяк не дивна. Пане Максиме, від ситуації в Афганістані, який може бути ризик для інших країн? Ну, смотрите, последствия какие. Во-первых, это вал беженцев. Насколько я помню, население Афганистана, хотя я не знаю, как его подсчитывали, около 32 миллионов человек. То есть, считаем, 10 или 20% пытаются сбежать. У какого-то количества это получается. Это сколько у нас? 3-6 миллионов с чем-то. Те, кому повезло бежать в соседние страны, их пустили Узбекистан, Таджикистан, Пакистан. Самые пробивные везучие, или кто больше всех вывез денег, попадают в Европу. Это раз. Второе, мы, честно говоря, не знаем, что дальше будет в Афганистане, потому что Талибан вроде бы пока
якобы не собираются организовывать экспансию в Среднюю Азию, но, в принципе, известно, что в Афганистане помимо Талибана есть Аль-Каиды, Нусра, еще какие-либо группировки. Конечно, их базы не будут находиться там открыто, как это было во времена Бен Ладена, но они будут находиться. В-третьих, возможны изменения с наркотрафиком, честно говоря, не знаю, как там, могут поменяться авиационные маршруты и, естественно, сухопутные маршруты. Ось дивіться, є інформація від МЗС України залишити територію Афганістану хочуть ще десятки українців афганського походження зі своїми родинами. Про це повідомляє заступник міністра закордонних справ Євгенія Єніна. Йдеться мова про 78 українців. Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що про евакуацію попросили 90 українців афганського походження та члени їх родин. Зазначається, що евакуація розпочнеться за першої можливості. Ну, ось так, будемо надалі ми слідкувати. Звичайно, хочеться, аби якомога швидше повернулися додому і українці. Я дякую вам, панове, за те, що завітали. Думаю, ще не один раз ми все ж таки будемо у цій студії говорити про ситуацію в Афганістані. Звичайно, хотілося б, аби було більше хороших новин. Поки що бачимо лише більше негативу. Олександр Коваленко, Максим Войтенко були гостями цієї інформаційної години. Для вас працював Євген Салтан. Вже за кілька секунд ви побачите.